На 58-м году жизни скончался актер театра Маяковского Александр Шаврин. Заслуженный артист России умер после продолжительной болезни. С прискорбием сообщаем, что сегодня утром после продолжительной болезни на 58-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Шаврин, один из ведущих артистов театра Маяковского. Приносим свои соболезнования всем родным и близким. О дате прощания с Александром Валерьевичем и сообщим дополнительную. Мужчина прославился своими разноплановыми ролями, исполненными на сцене театра имени Маяковского. Как оказалось, актер в течение многих лет вел борьбу с онкологическим заболеванием, но родственники не хотели распространяться о семейной трагедии. Информация о скоропостижной кончине артиста появилась на официальном сайте театра. Александр Шаврин в течение 20 лет был женат на актрисе Ане Ордовой. Информация о расставании супругов появилась в 2017 году. Позже актриса подтвердила, что она развелась с возлюбленным, а их общий сын решил остаться жить с отцом. Кинозрителям он известен участием в таких сериалах, как «Марш Турецкого», «Дети Арбата». Он также много снимался в фильмах «Водитель для Веры», «Бедная Настя» и других.